Районно-патриотическая акция «Кубанское казачество. Верность. Честь. Слава» с просветительскими концертами посетила уже большую часть Славянского района. На днях с творческим визитом она побывала в Петровском сельском поселении. Мероприятие является крупным районным просветительским проектом. В его рамках в поселениях организуются выставки прикладного творчества, экспозиции книг, рассказывающих об истории и традициях казачества. После просмотра выставки школьники становятся зрителями концерта, главными действующими лицами которого являются коллективы казачьей направленности. В день мероприятия в Петровском доме культуры собралось более 300 ребят, воспитанников всех школ поселения. Наша станица, она очень самая древняя в районе. Буквально месяц назад мы отметили 200 лет со дня образования казачьей станицы. И, соответственно, эти казачьи традиции у нас очень бережно к ним относятся. И сегодня мы собрали подрастающее поколение станицы для того, чтобы еще раз показать, рассказать, что же значит традиционная культура Кубани. Приветствовали ребят отец Анатолий, настоятель Свято-Георгиевского храма, и атаман Петровского казачьего куреня Анатолий Сапелкин. Они подчеркнули, что современное казачество, опираясь на глубокие исторические корни, является действующей силой, способной реальными делами помогать государству. Казачьи песни в исполнении народного мужского ансамбля «Самородок» стали главным творческим подарком гостям патриотической акции. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».